Вот видите, тут картинка, на которой показано, как много зон участвует. Просто у нас нет времени разбирать это все, но вы сможете посмотреть потом на сайте, вероятно, как много зон участвует в чтении. Поэтому, когда вы услышите, а вы можете услышать такую муру, чтением занимается такая-то зона в мозгу. Ну, смех. Смех один, и все. Как зрительное восприятие, сканирование этого очень сложного дела. Обращение к кратковременной памяти. Почему? Я вам сказала, или оперативной памяти. Потому что люди, у которых нарушена кратковременная или оперативная память, вот они читают слово, к моменту, когда они его дочитали, они забыли начало. У них нет этого кармана в памяти, который держит эту информацию. Они могут при этом быть гениями, хоть Эйнштейном. Кстати, про Эйнштейна будет сейчас разговор. Это ничего не меняет. Кроме того, это ассоциативный ряд. Как это, там, с чем это связано по смыслу. Короче говоря, это очень сложная вещь. Проблемы с чтением и письмом огромны в мире. Число людей с дислексией. Дислексия – это нарушение чтения. Как правило, с этим связана и другая вещь, которая носит название дисграфия, то есть нарушение письма. Это не имеет никакого отношения к интеллектуальному уровню. То есть оно может совпасть, что если у человека нарушение интеллекта или психики там, но при этом еще и чтение. Но они не связаны жестко. Поэтому дети, которые попадают в ситуацию, у которых проблемы с чтением, они оказываются на самом деле в жутком положении, поэтому мы, кстати, в Сириусе собираемся этой проблемой заниматься профессионально. Кто захочет, приходите. Вот. Они попадают в ужасное положение, потому что они, войдя в первый класс, оценок, кроме единицы или двойка, не видят. И как учителя, так и ученики, так и часто родители считают, не удался ребеночек. Ну, глупый. Дурачок. Только этот дурачок потом выигрывает олимпиады по математике и по физике. И что с этим делать? И по-прежнему делает 40 ошибок на страницу. Попробуйте наспор сделать 40 ошибок на страницу. Это же вообще дикий труд. Попробуйте их сделать. Так что это серьезная вещь. Ну хорошо. Откуда мы узнаем все эти вещи? Мы пользуемся клиническими данными, мы смотрим, как говорят, понимают, читают больные с разными нарушениями речи, внимания, памяти, с психическими сдвигами. Мы смотрим, как осваивают языки, в том числе чтение, дети с нормальным, замедленным или вообще аномальным языковым развитием. Например, дети вот с такими генетическими нарушениями, они вообще каким-то другим путем идут. Они не просто отстают. То есть это не то, что вы все сделали в 2 года, они сделают в 6. То же самое, но в 6. Они именно сделают не то же самое. То есть у них сбит алгоритм этот. И, наконец, я бы обратила внимание на последнюю строчку. Это онлайн-методы, которые есть и в Сириусе. И мы будем с этим работать. И уже работаем. У нас же проектные схемы идут. Это прайминг, там лексическое решение, фиксация, регистрация движений глаз. У нас есть eye-tracking техник, приборы, которые следят за тем, что на самом деле, что делают ваши глаза, когда вы рассматриваете или читаете. Это очень современный метод, им пользуются все главные лаборатории мира. Все, кто может себе позволить это купить, потому что это не дешевая вещь. Вот. Также можно снимать энцефалограммы, как они называются? ЭЭГ, энцефалограммы,
который может снимать в том числе и у маленьких детей. И они будут фиксировать, что не так идет, когда ребенок читает, например. Вот эти анализ движений глаз, это примерно такие приборы, но они есть разного типа, но тем не менее. Вот. И вот мы видим, что на самом деле происходит, когда человек с затруднениями чтения читает. Это лингвисту интересно, это врачу интересно, это даже маркетологу интересно. Есть такие портативные устройства, эти ай-трекеры, которые надевают, скажем, покупателю на голову, и он ходит, просто покупает что-то там в супермаркете. И они смотрят, где его глаза были, куда он смотрит. Потом расставляют свои ловушки, чтобы что купить-то, нужно на правильную полочку поставить. Ну, короче говоря, это интересный очень метод и очень эффективный, и работать с ним интересно. Вот так работает этот ай-трекинг. Я сейчас микрофильмик покажу. Мы получаем картинку того, как движется ваш глаз, когда он читает, где он останавливается. Чем больше кружок, тем большее время он там находился. Встает вопрос, зачем? Значит, это тот кусок, который представлял особую трудность. Зачем он возвращается? Или вот дислексики, когда они читают, они могут пропускать целые куски. То есть ведь мы же должны вот так идти, а он идет, вдруг зачем-то вернулся. Потом пропустил какие-то куски, куда-то ушел, опять вернулся. Он делает не ту работу, которую без такого прибора ты просто не вынешь никогда. Вот смотрите. Вот, ученым грызть гранит на набережной пока не приходится. Ну, вот. Вот так движется это, вот так работает эта техника. Ну, это игрушки, конечно, но по-настоящему. То есть мы сняли то, что на самом деле происходит. И, наконец, я заканчиваю тем, чем вообще в последнее время заканчиваю все. Учение полезно не только потому, что и так всем известно, что лучше быть умным, чем дураком, там, и так далее. Оно полезно в том числе, потому что процесс получения информации физически меняет ваш мозг. Увеличивается плотность и качество нейронной сети. Я вам клянусь, что это правда. То есть качество мозга тех, кто занимается серьезной интеллектуальной работой, независимо от того, какая у него специальность. Он может быть скульптор, а вовсе он не решает никакие задачи. Но он напряженно думает, его мозг хорошо работает. У него качество сети другое. Более того, не только сами нейроны, но то, в чем они утоплены, так называемые глиальные клетки, даже они лучше. Обучение приводит к росту дендритов и аксонов, а это отросточки, которые от нейрона отходят, вот эту нейронную сеть-то это все создает. Даже к увеличению величины нервных волокон, то есть растет эффективность серого и белого вещества. Я все это говорю к чему? К тому, что вот те полчаса или сколько времени, 40 минут, когда я говорила, у нас у всех и у вас, у меня качество нейронной сети увеличилось, улучшилось. Это чистая правда. Это не рекламная такая веселая концовка, а это чистая правда. Кроме того, вот так нагло скажу, моя предшественница Наталья Петровна Бехтерева, она да, под конец писала, она написала одну работу, и широко цитируется, «Умные живут дольше». Это, кстати, сейчас доказано совершенно другими людьми. Потому что когда вы нагружаете мозг интеллектуальной работой, работает не только то, что занято интеллектуальной работой, а это могут быть одни и те же нейроны. То есть они действуют и на тело тоже. То есть мы не берем ситуацию катастроф, внезапных болезней. Там, понятно, со всяким все в любом возрасте может случиться. Но в неком среднем варианте те, у кого голова занята не тем, чтобы орехи ей уколоть, а тем, чем ей положено заниматься, они, улучшают это качество этого совершенного механизма, который у нас есть, и, более того, обеспечивают себе в том числе и физическую более долгую жизнь. То есть все карты на стол, ничего лучше никому из нас не могу пожелать, кроме как это и делать. Уже не говоря о том, что это просто интересно очень. И спасибо вам за понимание. На этой картинке не только нейронная сеть, которая у нас в голове, но и сети, которые окутали весь наш мир,
социальные, интернетные и так далее. И вообще тут есть над чем подумать. Потому что мы вот такой во власти сетей всяких находимся. Нам бы в них не заблудиться. Спасибо вам большое, ваши чудесные лица. Просто радость смотреть. Спасибо большое, Татьяна Владимировна. Но у нас сейчас есть еще возможность еще улучшить качество наших внутренних сетей и сетей, возникающих между нами. Вопросы? Да, я надеюсь, что смогу на них ответить. Есть да. ли вопросы, есть ли помощники с микрофонами? Да, вот девушка, да. Здравствуйте, Татьяна Владимировна. Меня зовут Шульгина Виктория, направление литературное творчество, город Челябинск. Здорово. А на самом деле я готовила вопрос, влияет ли умственная деятельность на длительность жизни. Но вот в конце вы уже ответили на мой вопрос, поэтому я не могу не спросить его вторую часть. А что тогда эффективнее в этом отношении, физические нагрузки или все-таки умственные? Знаете, я лукаво отвечу сбоку. Лукавство мое будет вот в чем. Люди почему-то, люди в смысле вообще все люди, мы очень любим бинарные отношения, чтобы да и нет, там или черный, или белый, или кислый, или сладкий, или мозг, или тело. Нет этого разделения. Понимаете, это все одно и то же. Если мы будем заниматься только интеллектуальной жизнью, но будем лежать на диване и есть 4 килограмма конфет в день, и чесать коту живот, да, из дивана не слезать, то, я думаю, с телом дело будет плохо. Поэтому, но если без вот таких экстремальных выпадов, то я вообще сомневаюсь, что есть резкая разница между психическим и непсихическим. Но это очень долгий вопрос отдельный, мы не сможем его обсудить. Так что всего понемножку. Спасибо большое. Прошу сразу передавать микрофоны, пожалуйста. Здравствуйте, Татьяна Владимировна. Меня зовут Алехин Владислав, я из города Ливны, Орловской области. И у меня к вам вопрос. А какую задачу для мозга вы считаете самой сложной? Как ни странно, хотя это очень сложный вопрос, как ни странно, я могу на него ответить. Это задачи, которые не поддаются алгоритмизированию. Это задачи, которые, когда мы не можем использовать для описания объекта, на который задача направлена, ни в децибелах, ни в граммах, ни в сантиметрах, ни в квантах, вообще ни в чем. Это что-то на тему красиво-некрасиво или вкусно-невкусно. Что значит вкусно? Вам вкусно, а мне невкусно. Для вас это красивая картина, а для меня барахло. И наоборот. Вот с этим что делать? То есть в мозгу, вот, понимаете, те вещи, которые мозг делает по алгоритмам, более или менее со всеми оговорками, я вполне отдаю себе отчет, так сказать, я перебираю, со всеми оговорками они более или менее описаны. Потому что наша математика знает, как это описывать. Чтобы добиться этого, сделай так, потом так, потом так. Даже это очень сложно, но хоть по крайней мере понятно, по каким дорожкам ходить. А по вещам на тему, когда будете варить такой-то суп, вы сначала немножко поджарьте лук, потом посолите его по вкусу, да, а потом добавьте некоторое количество воды. Вот что с этим делать? Вот я прошу, напишите к алгоритму. Никто не напишет, потому что это невозможно. Это составляет огромную часть человеческой жизни, и это, вообще-то говоря, основа нашей цивилизации. Вы чем собираетесь измерять картины Дюрера? Чем? Количеством краски, которая туда положена? Что делать? Но мозг это делает. Как он это делает? Почему какая-то музыка это шедевры, а какая-то сборище децибелов? Это, мне кажется, вот эти так называемые мягкие вещи, или то, что в математике называется там fuzzy sets, вот эти размытые множества такие, вот с ними что делать, совершенно неизвестно. На этом споткнулось много наук и продолжает спотыкаться, продвижения нет. То есть это вот те задачи, которые требуют такого творческого и субъективного подхода. Да, вот субъективность, вы очень правильное слово сказали, субъективность, вот это вот subjectiveness, или даже есть термин, так, я по-английски не из пижонства, это я вам слова подбрасываю. Это называется first person experience.
Это огромная проблема философская. Восприятие от первого лица. Я вижу так. И мне кажется, что все видят так. Близко даже не лежало. Например, мой мир, мой в смысле любого из нас, хотя это тоже вопрос, потому что у каждого из вас свой мир. Вот. Но предположим, что есть некий общий человеческий мир. Это не так, но предположим. Хорошо. А кальмар, тот же самый мир, он как представляет себе? И это не упирается в качество его зрительной системы. Какой вообще мир он видит? Видит в кавычках. Слышит, обоняет там и так далее. Вот мир для кальмара как выглядит? Это очень серьезный вопрос, безнадежный, надо сказать. Там вы не можете в него влезть. От того, что вы узнаете все про сенсорные системы условного кальмара, это вам не поможет, потому что он для этого должен высказаться. Он должен... А высказывается в нашей культуре кто? Поэты, как ни странно. Они каким-то немыслимым образом они начинают выражать вещи, ведь поэзия – это не розы-мимозы. Я думаю, вы понимаете, морозы. Если вы читали Бродского, а если вы не читали, то я вам советую это сделать сегодня, потому что он абсолютный гений. Он вообще непонятно, что делает, он ворожит. Это магия какая-то. Что он делает с этим? Читал кто-нибудь поэму «Джон Дон»? Ну, прочтите. Вот там идет через запятую слова, где он описывает, что уснуло в доме. Дом уснул, и дальше. Там кошки спят, торчат их уши, столы уснули, стулья там. Понимаете, идут страницы, идут перечисления слов. У вас останавливается сердце от этого. Что он делает? Что это? Про что это? Вот, это мой такой длинный ответ на ваш, на самом деле, очень сложный вопрос. Здравствуйте, Татьяна Владимировна. Добрый Меня день. Зовут Малахов Григорий, я из города Калуги. Здорово. Хотелось бы немного поговорить о вашей личности. Сейчас у нас стоит такой вопрос выбора профессии. Угу. Я хотел спросить, были ли у вас какие-то альтернативные варианты профессии, альтернативные варианты пути? Спасибо. Да, ну вот, ну я кое-что уже рассказала, но еще одна была альтернатива. Я почему-то решила, ну это все в последнем классе школы, естественно, этим учение происходит. Я почему-то решила, может быть, стоит поступать на восточный факультет и заниматься почему-то японским языком. Ума не приложу. Но там оказался не просто гигантский конкурс. Тот конкурс, который я проходила, был, честно говоря, не меньше. 30 человек на место конкурс был. Вот, но он был... Они предпочитали мальчиков брать, сплошных, потому что это дипломатическая работа, и они как-то на девушек не очень рассчитывали. Думают, замуж выскочит или влюбится там. С ними лучше дел не иметь. Ну, короче говоря, я этого делать не стала. Но, как видите, вот из того, что я рассказывала, у меня этот выбор произошел довольно поздно. То есть я уже закончила университет. Поэтому системы образования, которые, вот как у нас, например, вот факультет... на котором я большую часть времени провожу и даже исполняю обязанности декана, так называемый факультет свободных искусств и наук. Там человек, поступив туда, имеет два года на раскачку. Он может набрать себе предметы и посмотреть, что я ненавижу. Понимаете, как можно вот к вопросу о выборе? Как можно выбирать, если я не знаю, что это? Для того, чтобы выбирать, надо попробовать, правильно? Значит, нужно попробовать, скажем, музыку не хочу или очень хочу, но ничего не могу. Да? Скажем, живопись тоже очень хочу, только ничего не могу. Математика мне слишком сложна. Медициной я не буду заниматься, потому что, как увижу пациента, в обморок падаю. Там, то есть, понимаете, но для этого нужно это потрогать. Поэтому, да, это сложный выбор, но я бы, знаете, еще что хотела? Вот кому доверять? Потому что нам же все советуют, ну, родители, естественно, хотят нам добра, но мне родители тоже хотели добра, а при этом я поступила на факультет, на который мне точно не надо было идти. Просто вообще не надо было. Он в высшей степени престижный, то есть как бы я выполнила все, что надо, только не надо было этого делать. Значит, что нам делать? Если есть человек, которому вы почему-то доверяете, вот который для вас какой-то, ну, знаковый такой человек, вы чувствуете нюхом, носом, чувствуете, что вот спрошу-ка я его, может быть, он мне поможет, то это ход. И еще есть ход доверять интуиции, но это звучит проще, чем есть.
Потому что вы должны сначала выяснить, непонятно как. Это все ответ на вопросы, сложные вопросы, субъективные. У меня интуиция сильная или нет? Я должна знать это. Вот сейчас я знаю, я это, кстати, поздно очень узнала, что у меня очень сильная интуиция. У меня же не написано на лбу, у тебя сильная интуиция. Посмотрела в зеркало, ох ты, Господи. Нет, ну там же этого нет, ну как я должна узнать? Но я сейчас знаю, если мне мой внутренний голос некий, я в кавычки беру этот, разумеется, внутренний голос, если он говорит, не ходи сюда, и я буду такая дура, что пойду, я расплачусь. У меня это было так. Хотя нет никаких доказательств у этого внутреннего голоса или внешних обстоятельств, что я действительно не должна ходить. Но если что-то у меня тревожное такое внутри, мне говорит, не делай этого, не делай, тогда не делай. Кто, конечно, встает интересный вопрос, кто этот наглец, который внутри меня сидит и мне указывает, куда ходить там, а куда не ходить? Но на этот вопрос ответа, естественно, нет. Татьяна Владимировна, я хотела спросить, все-таки правильно я вас понял, что в любом возрасте можно сделать выбор? Да. Никогда не поздно. Да, и никогда не поздно. Его можно сделать когда угодно. Я знаю, он, к сожалению, год назад умер. У меня был очень хороший знакомый коллега в Англии. Он был министром экономики Ее Величества. Вот. Закончил Кембридж, все как положено и все такое. Но когда он ушел по возрасту на пенсию, то он после этого все он бросил, ну, естественно, и стал заниматься происхождением языка, выпустил несколько книг. Через, представляете, ему было минимум 70 лет, когда он сделал рывок вообще в другую сторону, вообще, совсем. И он очень известный человек был, организовывал конференции, там, очень интересные, веселые и все это. В любом возрасте, здесь возраст ни при чем. Возраст – это вообще не то. Это не квалификация, потому что сколько угодно пожилых совсем дураков и сколько угодно гениальных младенцев. То есть не сколько угодно, очень мало. И большая часть их сидит здесь. Да. Здравствуйте, меня зовут Антонова Елизавета, я из города Санкт-Петербурга, и я бы хотела вам задать такой вопрос, который касается полиглотов. Собственно, сколько вообще языков может выучить человек в среднем? Я думаю, таких данных нет, но я знаю сама человека, который знает 56 языков. Кстати, в Петербурге и живет. Я с ним, поскольку у меня таких способностей абсолютно нету. То есть я знаю английский прилично, и я знаю гораздо хуже немецкий и французский, но способностей к языкам нету. Есть люди, которым это дается чрезвычайно легко. Я его спрашивала, вот как это вообще этот ужас происходит, это набирание десятков языков. И он мне сказал, что каждый следующий язык гораздо легче, потому что я опять же каким-то внутренним как бы чувством, он говорил, я просто знаю, как это делать. Я говорю, а вы можете сказать? Что значит, ну как это делать? Он говорит, сказать не могу, но я знаю, как к нему подобраться, к этому языку. Это все вот на тему, между прочим, вашего вопроса. Вот это очень трудные вещи. Он знает, как, вот как это. Так что много языков, и это, конечно, с научной точки зрения очень интересная проблема. Она так и называется bilingual brain или polylingual brain. Если мы такой ужас в голове происходит при одном языке, то что там творится, когда их много? Почему они не перемешивают? Ну, они и перемешиваются, кстати, тоже. В общем, это серьезная вещь. У нас один из проектов, который сейчас идет, у нас грант на эту тему, это что происходит с синхронистами, с синхронными переводчиками. Потому что они, во-первых, находятся в ситуации страшного стресса. Это огромная скорость, это очень большая ответственность, переключение с кода на код – это жуткое дело. И очень интересные данные получать. Получается, что им чем хуже, тем лучше, кстати. Интересная вещь. Уж кажется, они ну, вообще в жуткой ситуации. Я один раз только синхронно переводила, ни за какие деньги, никогда. Это ужасная совершенно работа. Вот. И они, если им добавить когнитивную нагрузку, то есть когда он переводит, дать ему еще кое-что поделать. И айтрекером
этим самым следить, а также мы следим за частотой сердечных сокращений, там, дыханием и всем. То есть это аппаратурная вещь. Оказывается, что им чем больше на них навалишь, тем им лучше. Но это вообще-то необъяснимо. Уже кажется, ты уже несешь тонну, да? Тебе говорят, в другую руку возьми еще полтонны. Он говорит, ой, отлично. Чего отлично? Он должен вообще отключиться полностью. В общем, это очень интересная тема. Хорошо, спасибо. Здравствуйте, Анна Владимировна. Меня зовут Антонова Милана, я из города Майкоп. У меня такой вопрос к вам. Вот вы, будучи филологом, как относитесь к тому, что в последнее время в русской речи происходит засилие иностранных слов? И нужно ли нам с этим бороться, очищать наш язык, или же это, на ваш взгляд, естественный процесс, и все нормально? Спасибо. Да, я отвечу честно. Хотя одна из моих учительниц, Вербицкая Людмила Алексеевна, она, если бы здесь была, она бы мне показала, конечно, кое-что за мой ответ, да. Она бы сказала, да, нужно там. И у нас была смешная, я пример приведу, сдам учительницу, если можно. Да, она наш ректор раньше была. Она как-то, у нас было заседание кафедры, и чей-то доклад был. И кто-то произнес, ну надо же раздать хендауты. Ну да. Она в таком, значит, состоянии возбужденном была, говорю, ну что это за слова? Что у нас нет русских слов? Почему хендауты? Мы говорим, а как вы советуете? Она говорит, демонстрационные материалы. Это русские слова, что ли, были? Демонстрационные материалы к русскому языку отношения, кроме как к падежам, не имеют никакого. Мой ответ вам вот какой. Язык сильнее, чем мы. Он выберется из этого. И в русском языке, как и во всех других языках. Эта проблема не новая, она всегда была. Читаем у классика Шишков «Прости, не знаю, как перевести». Там же борьба была этих славянофилов и западников, они друг другом там убивали друг друга. Вот примерно за такие вещи. Это всегда было. И, разумеется, не только в русском языке. Я считаю, что ответом было бы воспитание вкуса просто. Дело не в том, чтобы обязательно все там... Какие слова русские, когда они заимствованы были? Что, вместо галош макроступы действительно будем говорить? Или что? Что мы будем делать? То есть, мне кажется, важнее вот что. Важнее, чтобы не было снижения уровней употребления языка. Ведь есть такая вещь, как речевые жанры. Одно дело – это лекция, другое дело – это дружеская беседа, там, за пивом, условно говоря. Третья история – это проповедь в церкви. Четвертая история – это разговор с маленьким ребенком. Это разные языки. Не важно, что они все русские, но это разные языки. Поэтому нужно вот это не путать. Нужно, то есть человек, который себя уважает, вот вы элита должна владеть ими всеми. Понимаете, если вы придете в химчистку и начнете разговаривать со служащим химчисткой, языком, с которым разговаривают с королевой, он решит, что вы ненормальные, и будет прав. То есть здесь говорят так, а здесь так, а здесь так. Вот это важнее, чем засилие слов. Ну, как бы, ну, на вкус надо полагаться. Вкус должен говорить, вот этого не делай. Почему? Спасибо. Я не знаю, почему. Вкус спасибо говорить большое. Не надо. Да, вы... Да. Добрый вечер, Татьяна Владимировна. Меня зовут Рамиль, я приехал из чудного города Ижевск. И мне всегда было интересно узнать, существует ли связь между способностями человека к изучению языков и к математике, например. Мой ответ такой. Я жизнь не отдам за свой ответ, потому что это не моя прямая специальность, я этим не занималась. Но все, что я знаю про это, говорит о том, что нет. Что можно быть блестящим математиком и с трудом преодолеть элементарные какие-то ходы в каком-то из иностранных языков. Это не связано. Это какие-то... Даже не знаю, как это назвать. Отделами это не назовешь, поскольку я вам уже говорила, что это не отделы. Это какие-то другие ходы. Вот это умею делать, а это нет. Есть люди, которые ни в чем не преуспели, а языки эти хватают один за другим с невероятной легкостью. Вот что-то есть такое у них. Я понимаю, что вас не устраивает такой расплывчатый ответ. Меня он саму не устраивает, у меня нет другого. Может, вы и придумаете? То есть нет, такой связи нет. Спасибо.
Спасибо большое. И сейчас, Татьяна Владимировна, как раз вот к последней вашей фразе о том, может быть, вы и придумаете вопрос, а куда пойти тем, кто заинтересовался вопросами когнитивных исследований? Где, как можно выйти в эту область? Я отвечу вам вот что. Во-первых, не мелочитесь, не надо ходить в плохие учебные заведения. Это трата вашей единственной жизни. Это потраченное впустую время. Не должна быть ситуация, когда сюда я не могу, пойду хоть куда-нибудь. Нет, хоть куда-нибудь не надо. Это приведет, это прямой вред, прямой вред. Нельзя есть плохую пищу, нельзя слушать плохую музыку, нельзя читать плохие книги, нельзя учиться у плохих учителей. Это приносит реальный вред, это не нейтральная вещь. Теперь, когнитивные исследования – это очень большое поле. Туда входит лингвистика, туда входит психология, причем разные психологии, туда входит искусственный интеллект, нейронауки, философия, и это не весь список. Поэтому войти в эти науки можно из любой из этих дверей, но нужно выбрать сильное. Если вы чувствуете, что вам бы хорошо… Понимаете, мы должны знать понемножку, а лучше помножку, из всех этих названных лепестков, как бы этого цветка. Но какой-то будет главным. Скажем, вот когда к нам в магистратуру люди поступают, мы говорим, вы какой частью хотите заниматься? Как бы он говорит, у меня там сильная математика, я бы хотел, чтобы это было. Отлично. Он получит и другие знания, но это будет его основная дорога. Поэтому вы должны решить, я буду химик плюс ко всему. И тогда сюда. Да? Мне больше нравится язык, тогда в лингвистику. Или я люблю работать там с памятью, с приборами, тогда, наверное, в экспериментальную психологию. Понимаете, это нужно решение принять. Теперь про конкретные заведения. Значит, очень… Вот есть Курчатовский институт, вы знаете, он в том числе с Сириусом работает вместе. У них есть факультеты и кафедра в МГУ и в МФТИ, насколько я понимаю, факультет, который… из физиков делает биологов, так попроще скажем. Да? То есть они уже физики, их учат как физиков. Но после этого на них наваливаются, значит, биологи, психологи и так далее, и их выводят на другую поляну. Они не перестают в этот момент быть физиками. То есть весь багаж с ними. Вопрос в том, какую дозу этого багажа и какого багажа вы хотите иметь как основной. Вот. Теперь, конечно, можно поступать, в Петербургский университет я, естественно, не могу не назвать, поскольку это мой любимый, место, где я училась и работаю, и собираюсь продолжать работать. Можно учиться на филологическом факультете, тогда не было того отделения, вот я ругаюсь про филфак, но тогда просто этого отделения не было, а сейчас есть отделение теории языка. И оно очень сложное. И там учат не просто много разных языков, это как раз не так важно, а там учат, вот это структурная лингвистика, это там же и математическая лингвистика, там это сложная область лингвистики, не разговорная. Это science, настоящий science. А после этого начинаются магистратуры, ведь у нас же образование какое? Мы сначала бакалавриат заканчиваем, а потом еще один этап выбора. Поэтому бакалавриат вы можете закончить хоть по балетному искусству или по металлургии. А после этого я хочу теперь сюда. Тогда начинаются магистратуры. И вот у нас есть магистратура там, на кафедре теории языка, общего языкознания. Вот. И есть магистратура вот на моем факультете, которая так и называется «Когнитивные исследования». Там им преподают и физики, и математики, и биологи, и психологи, и лингвисты. И мы работаем в содружестве с Институтом мозга человека, и с искусственными интеллектчиками, и так далее. Так что люди, пришедшие из совершенно разных мест, это как раз сложность для нас, как для преподающих, представляет. Потому что один ничего не знает про фонемы, а другой все знает про фонемы. Как учить-то их?
То есть это для нас, да, я заканчиваю, это для нас большая сложность. Но вот, например, такое место. Сильное место в Москве, в МГУ, факультет психологии. И сильное место, похожее на нашу кафедру, это теоретическая и прикладная лингвистика в МГУ. Вот я бы назвала такие места. Это не значит, что нет других. Это я просто выбрала кое-что. Собственно, моя задача вам показать алгоритм выбора. Вы должны в зеркало сесть, смотреться. Я какой? Я это могу? Хочу? Люди, которые ко мне поступают, я сразу им говорю, давайте начнем с того, что вы мне скажете, что вы ненавидите, чего вы делать не будете ни при каких условиях. И вот там начинается веселье, потому что одни говорят, ненавижу детей, барышни, да, ненавижу детей, только чтобы не с детьми. Хорошо. Другие говорят, обожаю детей, давайте, чтобы с маленькими детьми, как они это все проделывают. Особенно дети билингвы, например, очень интересно. Третьи говорят, только не медицина. Если пациента увижу, все, в обморок сразу. Другие говорят, страшно, хочу работать в нейрохирургии. Тогда я его спрашиваю, как у него с головой, все в порядке у самого. С нейрохирургией нужно быть врачом, тебя никто близко туда не подпустит. Понимаете, то есть, или бывает, человек говорит, а я вообще не хочу никакие эксперименты проводить, ничего этого делать, хотя у нас эксперименты, у нас экспериментальная работа. Он говорит, ну я зато очень силен в статистике, я готов обрабатывать все наши материалы. Мы его носим на руках, сдуваем с него пыль, вообще кормим пирожными бифштексами, потому что я счастлива, когда такой человек появляется. Понимаете, поэтому вход в эти вот новые науки, он из разных мест. И только вы сами, каждый из вас только может решить, как это место называется. Ведь, возможно, еще такая ситуация, что я сильный в математике, но я хочу быть еще сильным в этой области, поэтому я пойду туда, не потому что я сильная, а потому что я хочу набрать оттуда. То есть это сложная когнитивная задача. Это надо думать. То есть, с одной стороны, думать, действительно думать, а с другой стороны, принюхиваться. Вот это как-то мне не нравится. Не нравится? Отодвиньтесь. Может, у вас аллергия на это. Зачем вам это принюхиваться-то? Ну, в общем, вот так. Я вам желаю счастья и смотрю на вас просто с наслаждением. Концентрация интеллекта, я, кстати, ее почти физически ощущаю. Я правду говорю. Вот это, кстати, это все к вашему вопросу. Это же невозможно. Вы же понимаете, что это невозможно. Но, тем не менее, вот я как-то это чувствую. Ну, по лицам, по глазам. Это же видно, кто вы такие. Вы себя не недооцениваете. Это серьезное место. Спасибо большое, Татьяна Владимировна. Сегодняшний урок настоящего провела Татьяна Владимировна Черниговская.